Казахстан перешагнул 20-миллионный рубеж. Юбилейными младенцами сегодня объявили сразу 5 новорожденных. Дети родились в один день и даже в одно время. Правда, в разных областях. Акмолинской, Улытауской, Жетысусской, Атырауской и Туркестанской. Это 3 мальчика и 2 девочки. Чем отметили едва родившихся, но уже знаменитых грудничков, Айгерим Бухтаева расскажет о тех, кто родился в нужное время. Маленькой Тамирис всего 2 дня от роду, а она уже большая знаменитость. Статистики назвали ее 20-миллионной гражданкой страны. Молодые родители в шоке. Навестить малышку пришла целая делегация. Ей подарили сертификат на 2 миллиона от банка, еще 1 миллион от местного предприятия. Туда же набор для младенцев и зимний комбинезон. Я вообще не знала, что все в ожидании этого 20-миллионного порога. Очень приятно, что именно наша дочь стала этим долгожданным жителем. Столько поздравлений, все рады, и у нас тоже радости еще больше. Это наш первый ребенок. Я бы хотела стать многодетной мамой. Кто знает, может, наш следующий малыш тоже родится в знаменательный момент. Тамирис родилась весом 3 килограмма. 14 ноября в 8:10 утра. Прославилась сама и, как считают чиновники, прославила весь регион. Улытауская область – самая малочисленная в стране. Всего 200 тысяч населения. Зато новая. Впрочем, Тамирис не единственный юбилейный младенец. Всего их 5 грудничков. Это 2 девочки и 3 мальчика. Алимхана из Туркестана теперь тоже называют везучим. Он, как и Тамирис, родился 14 ноября в 8:10 утра. Чиновники говорят, век цифровизации посчитать было нетрудно. Именно эти дети стали 20-миллионными гражданами. Выбирать кого-то одного не стали. А Алимхан повысил еще и статистику региона. Численность Туркестанской области сегодня превысила 2 миллиона человек. Алимхан – наш 4-й ребенок. Конечно, приятно. До этого нам не было столько внимания. Но мы будем любить всех детей одинаково, никого не выделяя. Сертификат на 2 миллиона тенге выдали всем 5 новорожденным. Но обналичить его нельзя. Эти деньги будут лежать на спецсчету в банке. Потратить его семьи смогут только на жилье. В банке говорят, копить на жилье с младенчества в стране новый тренд. У нас 299 579 таких депозитов. И заботливые родители открывают даже детям до 1 года. 12 721 такой депозит. И 50 140 детей до 5 лет. И я посмотрела и подумала, какие регионы самые бережливые, самые экономные. Оказалось, что это Шымкент, 679 депозитов открыли в филиале. Именно детям до года, я сейчас говорю, будем говорить вот про самых маленьких. 642 депозита открыли в Алматы до года. Специалисты говорят, что споров вокруг 20-миллионных граждан страны быть не должно. Уверяют, что проверили все данные, учли выбывших и сверились по всем новорожденным. И впервые почетный титул отдали сразу 5. Айгерим Бухтаева, Бек Абиев, Николай Колесниченко, КТК.